На 6-м километре автодороги Вышний Волочок-Бежецк опрокинулись в кювет автомашины «Хюндай» и «Шахман». 24-летний водитель «Хюндай» не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где столкнулась с «Шахманом». Пострадал водитель «Хюндая». Мужчина доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ. В ходе реализации оперативной информации Главным управлением наркоконтроля МВД России совместно с сотрудниками наркоконтроля Управления МВД России по Тверской области, сотрудников полиции Балаговского района, при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Незаконное производство мефедрона было организовано в частном доме в одной из деревень Балаговского района. Противоправную деятельность по производству синтетического наркотика осуществлял 39-летний мужчина, который в момент задержания дал признательные показания. При обследовании территории частного дома полицейские обнаружили и изъяли различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков. 17 свертков с веществом внутри и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения. Изъято 240 тысяч рублей, а также дорогостоящая иномарка. Согласно результатам исследования, изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средство мефедрон массой более 400 граммов, что является крупным размером. Предварительно общая масса изъятого наркотического вещества может составлять около 1 килограмма. По оперативной информации, изготовленной в лаборатории наркотик планировался к сбыту крупными партиями на территории Тверской области и в соседних регионах. Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.